Дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Никита. Вот с такого красивейшего места я сегодня решил начать свое видео. Это у нас набережная микрорайона Оба. Посмотрите, какая красота! Очень-очень красиво. Видите, все замотано, сидеть нельзя. Кафешечки тоже все закрыты, все закрыто. Хотя бы природа, да? Природу невозможно закрыть. Все цветет, пахнет, запах стоит. В общем, класс. Почему я решил начать с этого места и чему сегодня будет посвящено наше видео? Сегодня хочу вам презентовать квартиру по хорошей цене. Квартира 1+1 в 250 метрах от этой точки. Я хотел специально пройти до моря и показать вам путь прямо до этой квартиры. Я думаю, для вас будет интересно. Вот жандармы проехали. Ситуация накаляется. В общем, идем в сторону квартиры. Там пешеход у нас, но мы по-быстрому здесь сейчас перейдем дорогу, потому что что пешеход, что не пешеход, все равно никто не останавливается. Смысла нет. Подземные переходы, я думаю, где-то здесь есть. Если кто знает, напишите, пожалуйста. Мне сейчас изучать эту локацию не совсем удобно, друзья. Может, мне дорого обойтись это. Здесь, конечно, на первой береговой стоят всякие отели красивые. Вот так у вас выглядит дорога до вашей квартиры, до квартиры, которая, возможно, станет вашей. Итак, друзья, мы уже приближаемся к нашей квартире. Вот здесь посмотрите. Прямо возле вашего дома находится вот такой вот классный парк. Поют птички. Все, видите, очень ухоженно, чистенько, аккуратненько. Здесь детская площадка небольшая. Да, я представляю, друзья, кто сейчас меня смотрит и хотел сюда приехать, сейчас смотрите из своей квартиры и думаете, блин. Да, реально красиво. Я-то еще тоже летом не был. Был два раза здесь и оба раза зимой. Только сейчас вот начинаю, ну, наслаждаюсь, честно говоря, каждый день еду на машине, все цветет, все расцвело, все так красиво. Так, и вот мы выходим. И сразу же перед нами наш небольшой домик. Домик небольшой, видите, по раз, два, три, четыре, пять этажей. Он строила его когда-то компания Екта. А Екта — это у нас залог качества, да? Хороший, небольшой, уютный домик. Сейчас я вам покажу, как он выглядит изнутри. Видите, даже на русском написано. Пожалуйста, держите дверь закрытой. Сейчас откроем и зайдем. Мы попали уже на территорию жилого комплекса. Вот здесь сразу вижу небольшой летний бассейн. Ну, в принципе, я не знаю, зачем он нужен, если море совсем рядом. Лучше бы я, наверное, на море сходил. Но это уж совсем, кто обленился, можно, в принципе, и здесь покупаться. Поднимаемся. Оп. Так, и здесь у нас опять замок. Мы попали внутрь нашего небольшого жилого комплекса. Видите, он совсем небольшой, уютненький. Есть лифт. Давайте выйдем на территорию. Территория совсем небольшая. Оп, тоже все закрыто. Да, территория совсем небольшая. Бассейн, не обращайте внимания, да, что сейчас такой некрасивый. Сезон еще не открылся.
У нас тоже бассейн сейчас еще в таком виде стоит. Но у нас, правда, вода спущена. Кое-где спущена, кое-где не спущена. Это тоже мне непонятно. Но здесь, во всяком случае, жильцы принимают всегда решение. Кто-то вот принимает, что вот не надо спускать. У нас в комплексе спущено все. Посмотрите, да, все так аккуратненько, все сделано, все подстрижено. Все везде камушки, видите. Ландшафтный дизайн. Немножечко, да, везде всего добавлено. Заходим в лифт. Вот, видите, в лифте написано «Екта». Сейчас, конечно, «Екта» строят очень масштабные проекты. Ну вот, видите, такой есть небольшой. Видите, у меня футболка «Paradise». Соответствует названию канала. Ну что, друзья, мы поднялись на третий этаж. Сразу хочу обратить ваше внимание, что везде есть соседи. Видите, стоит обувь. И вот она, наша квартира, под счастливым номером 7. Квартира у нас, повторюсь, 1 плюс 1 планировочка. Справа кухня-гостиная, здесь у нас спальня, слева санузел. Давайте по кухне-гостиной сразу пробежимся. Вот это, я смотрю, новое. Вот это тоже новое. Мебель вся тоже новая. Вообще, вот знаете, вот эта квартира, я вот думаю, для кого вообще эта квартира? Честно говоря, знаете, она для кого идеально подойдет? Ну, можете меня поправить, напишите в комментариях. То, что она находится настолько близко к морю, 1 плюс 1, квартирочка, 250 метров до моря, район Оба. Ну, реально, она очень будет хорошо сдаваться. Очень будет сдаваться хорошо посуточно, не в сезон ее можно спокойно сдавать длительно. Это микрорайон Оба, здесь вообще все есть, все, что нужно для жизни. А посуточно, летом, в сезон она будет очень хорошо сдаваться. Уже переговорил с соседями, они мне называют цену, за сколько они сдают в неделю. Я поделил, получилось где-то примерно 43 евро в сутки. Они сдают вот здесь свои квартиры, у кого есть тоже квартиры в этом жилом комплексе, в этой локации. Вот, такая, собственно, цена. Ну, длительно, я думаю, 1020 рублей ее можно сдавать. Не в сезон. Не в сезон, если вам кто-то рассказывает, я уже смотрю, риэлтор рассказывает, что 8 месяцев здесь длится сезон. Но это неправда, друзья. Сезон здесь, как и в Сочи, длится 5 месяцев. С 1 мая до, собственно, 1 октября. 3 месяца лета и 2 месяца по краям. 5 месяцев длится сезон. Откуда здесь 8 месяцев, я не знаю. Я когда снимал квартиру, то есть длительно, мне сразу сказали, 1 мая съезжаешь. Я говорю, окей. Ну, благо, видите, мне повезло с моими арендодателями. Они оказались моими подписчиками. Ну, и я живу аккуратно. Мы договорились, что чуть-чуть мне подняли арендную плату. Я теперь могу и летом в этой квартире тоже жить. Я тоже живу здесь. Это у нас, получается, первая линия. Вот эта дорога как раз таки разделяет низ Обы и верх Обы. Я живу там наверху Обы. Здесь, да, предчувствую, что мне напишут в комментариях, что вот эта дорога, она, да, оживленная. Вот эта центральная наша дорога в Оба. Здесь, да, есть шум от дороги. Но благо у нас дом стоит не прямо вот на первой линии, как вот здесь, да, например. Чуть-чуть поодаль. Шум, да, конечно, есть. Отрицать этого я не буду. Но вы должны понимать, что вы все-таки живете в городе, да? Есть варианты, конечно, там. Но там, видите, и море подальше. Что здесь по локации? Смотрите, очень удобно. Рядышком сразу есть большой Мигрос. Конфор, я не знаю, что это такое. Здесь вот булочная. Наверху Муай-Тай. Там занимаются боевыми видами спорта, кстати, преподаватель русскоговорящий. Ну и вот такая вот, такой балкон хорошего размера. Здесь, видите, тоже небольшой домик рядышком стоит, такого же типа. И вот здесь, да, вот человек, видимо, не согласился продать свой дом. И, несмотря ни на что, живет вот так вот посередине. Посередине вот такого уже современного города. Хоба!
живет человек. Так, ладно, вернемся к нашей квартире. Что у нас? Хороший балкон, розеточка, чтобы телефон заряжать. Здесь ставим стол, два стульчика, сидим, пьем кофе, пьем вечером вино, кайфуем, наслаждаемся жизнью. И сейчас вернемся в спальню. Здесь кондиционер, в каждой комнате кондиционер. Ну, в общем, квартира, все, под ключ. Заходи и живи. Здесь санузел. Вот он, санузел у нас. Здесь не хватает перегородки. Ну, вот, стоит она копейки, благо. И здесь у нас спальня. Квартира площадью, брута у нее площадь 60 квадратных метров. Я думаю, что такое брута, я уже думаю, моим подписчикам объяснять не надо. Я уже 10 раз всем все объяснил. Кондиционер, опять же, тоже вся мебель новая. Такая вот симпатичная спальня. И здесь опять же выход на балкон. Там вот, кстати, мебель продают. Можно террасную, видите, можно сразу прям сюда ее и купить. Вот такая вот квартира, друзья. В принципе, вроде я вам все показал по айдату. Айдат здесь 160 лир, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, сейчас появится на экране. Да, 160, я не ошибаюсь. Цена, самая главная цена этой квартиры, цена 52 500 евро. Такая вот цена. Цена, в принципе, неплохая для такой локации. Здесь, ну, видите, близко до моря, во-вторых, микрорайон оба. Квартира уже с мебелью совсем. У нас, в принципе, в нашем комплексе где-то 62-64, вот недавно продали квартиру. Но у нас там, правда, все есть в комплексе. У нас там есть и зимний бассейн, и территория побогаче, инфраструктура побогаче. Но у нас, видите, до моря там где-то 2000 метров, ну, 2 километра, да, грубо говоря. Здесь до моря пешочком 5 минут я шел. Вот, в принципе, такая вот квартира, друзья. Если кому-то понравилось, то номер сейчас мой появится на экране. Если кто-то хочет что-то подобное, может быть, в другом каком-то микрорайоне, может быть, подешевле, может быть, подороже, может быть, 2 плюс 1 кому-то надо. Обязательно обращайтесь, подберем аналоги. У нас очень-очень-очень много всяких разных вариантов. По новостройкам у нас абсолютно вся база недвижимости, по вторичкам тоже есть большая база. Поэтому звоните, пишите всем, у кого серьезный настрой, я обязательно помогу приобрести квартиру в городе Алании, в этом райском местечке. Все, друзья, всем пока. Не забывайте поставить лайк, подписывайтесь, кто еще не подписан. И надеюсь, все закончится, весь этот карантин, и мы увидимся уже здесь с вами в Алании. Буду рад вам все показать и рассказать. Все, пока!